Всем не лага, не лага, мои неголодающие друзья. Наконец-то вчера в рамках E3 на PC Gaming Show показали тот самый новый проект от Clay. И хоть почти до начала самой конференции был слит трейлер, я все равно досмотрел до самой презентации. Скажу свое мнение, что я абсолютно недоволен подачей. Ведущий фальшиво похвалил клеевцев, показал трейлер и сразу перешел к следующей игре. И даже не попытался хоть что-то пояснить, что показали в трейлере. Но мы с вами сегодня постараемся разобрать игру по кадрам. Грифтлендс, так называется сие детище. Земли Грифта? Это будет рогалик с пошаговым боем. Самыми очевидными примерами можно назвать Darkest Dungeon, Child of Light и, может, даже South Park. С первых кадров нам показывают, что это будет фэнтези-футуристическая игра. Судя по разным представителям инопланетных рас в комнате, нам будут представлены несколько видов гуманоидных существ, как играбельных, так и обычных NPC. Футуризм же проявлен здесь в виде кибернетического глаза объекта справа. Играть мы будем за женского персонажа. А вот тут она представлена на корабле. Можно было бы предположить, что именно так начинается игра, мол, мы приплываем на новые земли. Но в кадр также попадает инопланетянин, которого дальше по трейлеру мы обретем в виде союзника. Не берусь утверждать, и возможно сцены с объединением нам будут показывать как флешбеки. И именно с этих кадров будет начинаться игра. Но также мы еще наблюдаем маяк, который источает огромное количество света. Этот свет притягивает к себе и нашу героиню. Она взбирается на маяк, но с какой целью? Дабы осмотреть местность и составить карту? Впрочем, в следующем же кадре мы видим тот же маяк, лодку, на которой мы приплыли, и даже близлежащие острова. По всей видимости, обзор с маяка был хорошим. Также я заметил, что данные кадры делали, скорее всего, на движке Донстарва. Так как если с помощью модов Неголодайки отдалить карту, то вид будет уж очень схожим. А вот рисовка мне напомнила такие игры от Clay, как Mark of the Ninja или Invisible Ink. Немного даже радует, что Clay сохранит свой индивидуальный стиль. Путь, что приводит в ближайшую пещеру, сталкивает нас с местными представителями фауны. Какие-то рогатые бронированные собакосуслики. Тут нам и показывают механику пошагового сражения. Мы вышли победителями из схватки, принесли голову существа ближайшему торговцу, который не прочь приобрести у нас этот трофей. Но за голову мы не вымениваем новую экипировку, а по всей видимости берем бутылку с чем-то спиртным. Таким образом мы знакомимся с худой версией Вольфганга, который не прочь присоединиться к нам. Будет много квестов и диалогов к ним, где нам предстоит брать задания и выполнять их за вознаграждение. С грустью должен сказать, что попервой 99% вероятностью русификатора на эту игру не будет. Уж как по мне, Клей не очень хорошо относится к своей русской аудитории. Но продолжим об игре. Множество раз на этих землях нуждаются в нашей помощи. Впоследствии мы находим еще одного спутника, того самого инопланетянина из начальной заставки. Этот проныра с удовольствием становится членом нашей команды. И теперь мы втроем путешествуем по землям Грифта в поисках приключений. Так понятно, что можно будет набирать команду как минимум из троих бойцов, причем способности различных рас будут отличаться друг от друга, и возможно мы сможем менять своих компаньонов в процессе игры. Кроме заказов на убийство, нам будут давать задания на сопровождение груза, и конечно же на нас будут нападать разбойники, атаку которых нам придется отбивать. Порой, имея конфликты с местными властями, нам придется выкупать наших компаньонов из тюрьмы, дабы наши приключения продолжались. Грифтлендс покажет нам сюжетную линию в необычном мире, со своими проблемами, трудностями, трагедиями и радостями. Нам остается всего лишь ждать игру в конце 17 или начале 18 года. Вот такой трейлер показали на вчерашнем PC Gaming. Я же, к примеру, жду игру. А вы, если хотите прохождение ее на канале, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. С вами был я, Жека. Всем удачи, до скорого. Пока.